Всем привет, с вами Прием. Сегодня побеседуем с вами на одну интересную тему, как таланты в Battle for Azeroth. Да, конечно, было видео, в котором я обсуждал эти таланты, но оно было не до конца законченное, не до конца измененное, а теперь это уже альфа-релиз. Первый, так сказать, альфа-релиз талантов, которые будут нас ждать в новом дополнении. К примеру, нажав на ДК Блада, можно увидеть то, что самый этот центральный талант, который является сейчас самым важным, то, что он маленько занерфлен, так как в текущий момент кровь вампира откатывается на 1 секунду за каждые потраченные 6 рунической силы. А в Battle for Azeroth 10 рунической силы придется потратить с целью того, чтобы откатить кровь вампира на 1 секунду. Да, печально, да, нерфы, ну и ладно. Зато что-то другое будет классное, это точно. К примеру, открыв ретри паладинов, можно увидеть то, что в последнем тире талантов есть артефактное использование оружия. При условии того, то, что артефакт будет убран из игры, также, насколько я правильно глянул, отсутствует автобабл. Автобабл, кошка, отсутствует, понимаешь? Что еще можно глянуть? У фаермагов аналогично есть использование псевдоартефактного оружия в четвертой полосе талантов. То есть сделано все на самом деле достаточно интересно. И все эти ветки талантов, все эти полосы талантов требуют к себе особого внимания на самом деле. И, конечно же, они еще будут дорабатываться, возможно, как-то меняться в плане своего местоположения. То, что, к примеру, в текущий момент талант на четвертой полосе талантов, может быть на третьей или на второй. Возможно, все, так как это еще не релиз и до выхода дополнения еще далековато на самом деле. Полгода и более, это, если честно, далековато. Кошка негодует просто то, что Battle for Azeroth будет летом. Или осенью ей это не особо нравится, вот и орет. Что еще можно интересного глянуть? Ну, у Армс Варов новая вот какая-то иконочка есть интересная. То, что снижение затрат ярости на все способности на 100% в течение 10 секунд с 2-минутным кулдауном. Будет ли это полезно? Не знаю. Талант на 2 превосходства и дополнительный дамаг от следующего смертельного удара или экзекута будет повышен на 20% после использования превосходства, и превосходства теперь нету в талантах. Да, в общем, ссылочку я вам оставлю, да, либо сами зайдите на WoWhead, нажмите тут галочку буфа, потом вкладка Tools, терм-калькулятор и изучайте необъятный простор всех этих кнопочек, талантов и всего прочего. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится. Берегите ноги, ждите Battle for Azeroth. Заботьтесь о питомцах своих. До скорого.